С 6 по 8 июля в столице Казахстана пройдет первый международный военный музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана Мадениет Керуенне». Давать концерты будут более 500 музыкантов, в том числе и зарубежные. Подробнее расскажет Еляман Раймбеков. Казахстан на международном фестивале представит президентский оркестр службы государственной охраны, Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра вооруженных сил и образцово-показательный оркестр Национальной гвардии. Мероприятие, организованное Министерством обороны в честь 25-летия столицы, направлено на продвижение идеи мира, сотрудничества и добрососедства. Сегодня уровень подготовки наших музыкантов достаточно хороший. Мы постоянные участники международных фестивалей. Представляем Казахстан и демонстрируем высокий уровень. Представители Минобороны сообщили, что в фестивале примут участие музыкальные коллективы вооруженных сил Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии. В качестве наблюдателей Астану посетит делегация оборонного ведомства Пакистана. Это мероприятие, оно проводится не впервые. В мировом практике оно имеет формат проведения. За основу брани у нас есть Московская Спасская башня из больших фестивалей знаменитых. Есть Эдинбургский фестиваль. В принципе, формат такой, но идеи разные. Выступление состоится с 6 по 8 июля включительно. Откроется фестиваль в летнем амфитеатре на берегу Ишима в 19:30. Это будет бенд-марафон с 20-минутными выступлениями всех участников. 7 июля в 8 вечера послушать музыкальные коллективы можно будет у монумента Байтерек, торгово-развлекательного центра Хан Шатыр и в Центральном парке. Завершатся мероприятие 8 июля гала-концертом в Ледовом дворце Барс-Арена, который начнется в 12 часов. Еляман Раймбеков, Информбюро.